Ресторан «Ла Кафе де Бьюти», творческой студией позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Такие немножко хозяйственные вопросы. Так что вот, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуди. Недавно помидорки купила. Это видео я уже успела загрузить на мой канал YouTube и на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмановна через дефис Мактум Сайфуди через дефис. Вот так сегодня я ходила в магазинчик, в комплекс 5 озер. Так что вот, в магазинчике купила там такая подружка, магазинчик-подружка, вот, в офис МТС и в магазинчик Магнит. И, в общем, на самом деле, сейчас еще пойду в магазинчик Семишаг. Так что вот. Почувствуйте, ощутите это. С каждым разом это будет получаться у вас все лучше и лучше. С каждым разом второй раз. Вы станете все сильнее ощущать посылание любви. Итак, почувствуйте прямо сейчас, как это здорово, светиться любовью. Что-то я вам уже показывала от магазинчика. Так что вот, смешала. Ощутите так же, каково это позволит любви. Просто сразу. Ну, очень, если понимаете, мне картошечку нужно, там какие-то вот такие, там соль, картошку, там что такое вот по хозяйственным, там вот это вот по мыть полы, там эту ванну, в общем, это нужно, так скажем, отдельно, то есть, ну, чтобы не таскать тяжелые сумки. Ну, вот, такие вот дела. Но в действительности, чем больше у нас чего-то есть, тем больше мы можем дать этого другим. Вот почему следует позволять любви возвращаться к нам. Ощутите, каково это. Позволить себе получить всю возвращающуюся к вам любовь. Каково это? Позволить себе взять всю энергию, что возвращается к вам сотнями различных путей, через какую-то помощь, через благоприятные обстоятельства или взрослые, через людей. Итак, каково ощутить это? Что мы ощущаем, когда входим в комнату, излучая любовь? Что ощущаем, когда светимся любовью и влияем на себя? Каково чувствовать, что прямо сейчас вы настолько лечитесь любовью, что благотворно воздействуете на все вокруг? И каково ощущать, что вся эта любовь возвращается к вам обратно в самых разных обстоятельствах? Допустим, мы стремимся чего-то достичь, хотим добиться какого-то результата, получить определенный жизненный опыт. Каково чувствовать, что наше желание реализовалось? Как будут чувствовать себя окружающие, когда это произойдет? Какие прекрасные чувства будут испытывать все вокруг вас, если обстоятельства сложатся именно так, как вы желаете? Не беспокойтесь о деталях. Сосредоточьте внимание на том, чтобы чувствовать, что желаемое уже стало частью вашей жизни. Итак, вы излучаете любовь. Она идет от вас в мир, воздействуя на все вокруг, выстраивая все обстоятельства таким образом, чтобы вы добились желаемого. А вы желаете испытать ощущение. Так испытайте хотя бы на минуту это ощущение прямо сейчас. Так, как будто желаемое уже произошло, и вы радуетесь по этому поводу, а все вокруг счастливы. Все светятся любовью, все наполнены любовью, которую вы излучаете. И теперь вы можете сделать следующий шаг и перейти к новому проекту, к созданию чего-то нового и прекрасного, к тому, чтобы посылать еще больше любви. Все складывается удачно. Каково это вам сейчас? Буквально учиться, светиться любовью, воздействовать на все вокруг и привлекать к себе все, что пожелаете. Каково при этом становиться еще сильнее и излучать еще больше любви? Ведь исполняя свои желания, вы в определенном смысле исполняете и желания других людей. Кто-то может сказать, что стремление иметь много денег – это жадность, но это неверно. Ведь получая больше денег, вы больше их тратите. Вы покупаете что-нибудь, допустим, даже у меня, и в этом случае
помогаете мне. Но если вы не достигли определенного уровня материального достатка, к которому стремитесь и которого собираетесь достигнуть при помощи излучения любви, тогда вы ничего не сможете у меня купить и не сможете мне помочь. Вот почему, реализуя свои мечты, превращая себя в человека, которому везет, которому всегда сопутствует успех, вы в действительности оказываете поддержку всем окружающим. К тому же вы становитесь примером для подражания. Другим будет приятно находиться рядом с вами, и люди с удовольствием станут помогать вам. И это не удивительно, ведь рядом с вами они получают вашу любовь, то, в чем они так нуждаются, то, чего они так хотят. Итак, вызовите ощущение излучения и посылания любви прямо сейчас. Каково оно? Знаете, желаемое уже создается. Нет необходимости визуализировать его, но если желаете, то можете это делать. Главное, создайте ощущение, с максимальной четкостью прочувствуйте, каково это, излучать все больше и больше любви, с любовью воздействовать на все вокруг вас. Ощутите, как на окружающих снисходит умиротворение, как они начинают светиться счастьем от того, что получили посылаемую вами любовь. От того, что все обстоятельства складываются самым благоприятным образом для всех вокруг и для вас, и все благодаря той любви, что вы посылаете в мир. Это изумительный метод, ведь создавая с помощью любви что-то для себя, вы в то же самое время помогаете всем вокруг, и это прекрасно. Даже если вы выигрываете во всем, в чем только возможно, не проиграет никто, так как окружающие будут получать от вас то, что им нужно. Таким образом, постепенно сложится ситуация, в которой выигрывают все. А теперь почувствуйте, каково это – войти в комнату и окунуться вдруг в атмосферу любви, которую излучают находящиеся в ней люди, будь то один человек или целая сотня. Они светятся любовью. Их любовь летит в мир и воздействует на все вокруг. Мир становится спокойнее. Все вокруг умиротворяются, чувствуют себя лучше, счастливее, ощущают вдохновение и подъем. Все начинает преображаться под воздействием любви, посылаемой вами. Создайте это с помощью ваших ощущений. Продолжайте ощущать, как приятно посылать любовь. Пока это ощущение сохраняется, вы знаете, что любовь достигает тех мест, куда вы ее направляете, и нет нужды видеть, как это происходит. Лучше всего вообще не обращать внимания на то, что происходит вокруг вас в данный момент, потому что всегда можно найти достаточно оснований для вопроса, действительно ли любовь излучается, получается ли у меня посылать любовь. Я отвечу: да, получается. Возможно, сейчас вы еще не видите всех изменений. И, конечно же, многое из того, что произойдет, вы никогда не заметите. Отходя от вас, люди будут говорить друг другу: ты знаешь, каждый раз, когда рядом появляется этот человек, я чувствую себя лучше, ощущаю вдохновение. Хотелось бы, чтобы он чаще бывал рядом. Его присутствие делает мою жизнь полнее. Вы можете не знать, что вокруг вас происходит много позитивного. Поэтому не обращайте внимания на то негативное, которое, возможно, находится у вас перед глазами. Возможно, кто-то кричит на вас, а вы продолжаете ощущать, как это здорово излучать любовь, светиться ею. Что за этим последует? Неприятная ситуация изменится и, скорее всего, больше никогда не повторится. Да, любовь настолько могущественна, что способна кардинально изменить ситуацию, особенно если вы, несмотря ни на что, удержите внимание на ощущениях от излучения любви. Что бы ни случилось, не теряйте этого ощущения. Результат превзойдет все ваши ожидания. Так почувствуйте прямо сейчас, как здорово излучать любовь. Ощутите, что вы светитесь любовью. Ощутите, как поток света буквально льется из вашего тела. Это удивительное, невероятное ощущение, которое с каждым разом
становится все сильнее. Соответственно, с каждым разом вы посылаете все больше и больше любви. Теперь попробуйте испытать ощущение принятия. Да-да, почувствуйте, каково это принимать. Вы знаете, что уже послали любовь в мир, поэтому теперь пришло время получить ее назад. Ведь получив любовь, вы сможете посылать в мир еще больше любви. Поэтому почувствуйте прямо сейчас, как к вам вернулась вся любовь, которую вы посылали при самых различных обстоятельствах. Это ощущение можно выразить словами «Я выигрываю во всем». Все складывается в мою пользу. Добавьте к этому тотальную благодарность. Вот что это за ощущение. При посылании любви мы также чувствуем благодарность и воодушевление от огромного прилива радости. Поймайте, создайте это ощущение. Можете прибегнуть и к визуализации, но главное, создайте в себе это ощущение. Чем дольше вы сможете его удерживать, тем лучше станет ваша жизнь, тем легче вам будет во всем выигрывать. Если сможете удержать это ощущение в течение часа за сутки, хорошо. Потом увеличивайте время до 2, 3, 4 и так далее до 24 часов. Пусть мысль об этом ощущении перед сном будет последней, а при просыпании – первой. Вы станете свидетелем самых удивительных событий. Лишь позвольте им войти в вашу жизнь. На всякий раз, когда заметите, что потеряли это удивительное ощущение, что больше не излучаете любовь и не испытываете благодарности за ее возвращение к вам, осознайте, что в этот момент позитив не создается. А потому без промедления вызывайте это ощущение вновь. Медитация подошла к концу, но давайте поговорим еще пару минут. Итак, вы хотите испытать ощущения от посылания любви. Чем сильнее эти ощущения, тем успешнее вы посылаете любовь. Так что же мы чувствуем, когда светимся любовью, когда излучаем ее? Мы ощущаем радостное воодушевление, находимся в предвкушении того, что случится что-то прекрасное, верно? И мы стремимся к этим ощущениям так сильно, что хотим испытывать их даже тогда, когда не умеем полностью открываться и посылать мощный, постоянно усиливающийся поток любви. Например, вы хотите, чтобы произошло определенное событие. На первый взгляд кажется, что оно не становится ближе. Ну и прекрасно, не беспокойтесь об этом. Может, долгожданное событие и не происходит в данный момент. А если вы продолжите ощущать его как уже свершившееся? Проще говоря, вы показываете себе картинку того, чего еще нет. Но тем самым создаете позитивное ощущение, от чего, в свою очередь, изменяются в лучшую сторону вибрации, излучаемые вами в мир. Вы же знаете, приближение разозленного, пышущего гневом человека можно почувствовать, когда он еще не вышел из угла. Значит, такой человек излучает свои негативные эмоции в мир, воздействует ими на окружающих. Кроме того, его вибрации влияют на то, что этот человек делает, и на то, что он к себе привлекает. Когда вы разозлились, все валится у вас из рук, все получается не так. Наверное, вы и сами обращали на это внимание. Это неудивительно, ведь вы привлекаете то, что сами излучаете. Поэтому, когда вы что-то делаете, и вам кажется, что ничего не выходит, продолжайте вызывать в себе ощущение, что все получилось как надо. Понимаю, это звучит странно, но прошу вас, продолжайте ощущать, как здорово излучать любовь, которая летит в мир и создает все, к чему вы стремитесь. Продолжайте, несмотря ни на что. И что же вы думаете? Произойдет так, как вы того хотите. Каким-то волшебным образом обстоятельства сложатся как надо, и вам останется лишь воскликнуть «Ух ты!» Не мог и предположить, что все произойдет именно так. Вы только посмотрите, вот это совпадение. Вселенная найдет нужный путь. Однако мир устроен так, что желаемое приходит в мир и в нашу жизнь с определенной задержкой. Мы посылаем любовь, но проходит какое-то время, прежде чем изменения станут заметны. И даже после
Нам потребуется определенное время, чтобы заметить перемены, увидеть доказательства того, что они произошли. Поэтому приходится опираться на веру и всегда опережать события. Итак, вы работали над созданием чего-либо и достигли желаемого. Вероятно, вы сразу перейдете к следующему проекту, верно? И снова, поначалу вам может казаться, что дело не движется, но это не так. Процесс уже запущен. Если вы продолжите упорно работать с любовью, он значительно ускорится. Процесс созидания начинается почти мгновенно. Почти, потому что на некоторые детали уходит больше времени. Вопрос не в том, что на ваш проект требуется больше времени. Просто иногда для его воплощения должны сложиться еще кое-какие обстоятельства. Мне трудно это объяснить, но нередко работая над одним проектом, я занимаюсь еще и каким-то другим. Конечно, я задумываюсь, сколько времени потребуется мне на этот второй проект. Забавно, но зачастую получается, что никаких подвижек по нему не происходит до тех пор, пока я не закончу первый, основной проект. А затем, бах, приходит именно то, что я пытался создать параллельно. Вот так. Видимо, подсознательно я все-таки ожидаю завершения основного проекта, потому что, оглядываясь назад, говорю себе, все сложилось наилучшим образом. Ведь если бы второй проект реализовался раньше, когда я в своем нетерпении хотел этого, то возникли бы проблемы с осуществлением основного проекта. Так что лучше всего просто позволить событиям разворачиваться своим чередом. А вы сфокусируйтесь на ощущениях и эмоциях от того, что вы как будто уже получили желаемое. Даже если в этот момент вы наблюдаете прямо противоположное. Воспринимайте этот процесс как забавную игру. А со временем, когда вы добьетесь каких-то позитивных результатов и увидите, как жизнь изменяется под вашим воздействием, это станет для вас интересным приключением. Порой я могу сказать себе, ой, какой кошмар. Но я не собираюсь это ощущать. Я не стану вовлекаться в происходящее, а буду чувствовать то, что хочу чувствовать сам. А хочу я чувствовать то, что излучаю любовь, посылаю ее в мир, воздействую на все вокруг. Я хочу чувствовать, что реализуется все, о чем я мечтаю. Ведь именно это даст мне положительное ощущение. И я создам эти ощущения прямо сейчас, еще до того, как мои мечты сбудутся. И вот тогда получается, что ситуация начинает складываться сама по себе. То, что я старался ощущать, то, что я таким образом создавал, вдруг реализуется. И тогда, конечно же, я снова испытываю позитивные чувства. На этот раз потому, что событие произошло уже по-настоящему. А я к этому времени нахожусь уже на следующем этапе. Создаю что-то новое, еще более интересное. И каждое достижение становится ступенькой, по которой я поднимаюсь вверх. С каждым разом все выше и выше. Также и с деньгами. Есть поговорка «деньги идут к деньгам», и это действительно так. Но столь же верно и то, что легко заработать деньги, когда у вас их нет совсем, потому что в этом случае вы точно ничего не потеряете. И если вы знакомы с богатыми людьми и знаете, как они работают, то знаете и о том, что они используют в бизнесе не свои собственные деньги, а пользуются чужими – деньгами банка или средствами инвесторов. И неважно, насколько они богаты, свои деньги они тратят на себя, а для создания большего их количества пользуются чужими. Тратя свои деньги, они тем временем строят схемы, как бы побольше заработать с помощью чужих средств. Ловкая игра, не правда ли? Некоторые люди боятся создавать изобилие и богатство. У них возникает внутреннее сопротивление этому. Дело в том, что в них выработалось негативное отношение к деньгам, и теперь они считают, что деньги – это плохо. Деньги – это источник жадности. Это не так. Богатство и изобилие никого не делают жадным. Если богатый человек жаден, то он был таким и до того, как заработал деньги. Не деньги сделали его жадным. Можно быть баснословно богатым и чрезвычайно полезным для других людей. Кстати, по своему опыту скажу, что мне всегда было очень выгодно находиться рядом с богатыми людьми. Ведь что бы я ни продавал, они могли позволить себе купить это. Причем они могли покупать
выбрать наиболее дорогие из моих товаров или услуг. Поэтому я всегда ориентировался на состоятельных людей. Иногда можно услышать, что богачи очень прижимисты. Совсем не обязательно. Я ничего подобного не заметил. Но у меня изначально и не было такого ощущения. Ведь если кто-то испытывает такое ощущение, то что произойдет? Именно эту вибрацию он и будет излучать в пространство. А значит, именно это будет создавать и это же привлекать к себе. Все начинается с ваших ощущений, помните? Мы желаем испытать прекрасное ощущение от излучения в мир любви, почувствовать, что принимаем любовь, идущую к нам от мира. Что это за чувство? Это ощущается как благодарность, как вдохновение, как радость, как творчество. Хорошо, когда твоя креативность, твои смелые идеи имеют надежное финансовое основание. Разве это не прекрасно? Приятно ощущать, что твой творческий проект будет непременно обеспечен финансово. Разве это не здорово? Ощутите это прямо сейчас. Прочувствуйте, каково это, когда каждая ваша идея, каждое творческое устремление имеют надежную финансовую поддержку. И не важно, откуда она исходит. Не важно, как и откуда придут деньги, не переживайте об этом. Не следует забивать себе голову деталями. Они сами позаботятся о себе, вам на удивление. Деревья растут, воздух и вода в наличии. Вы ведь не волнуетесь утром по поводу того, взойдет ли солнце. Солнце восходит, как заведено. И деталями этого процесса есть кому заняться. То же самое и со многим другим. Порой мы можем думать иначе. Думать, что какие-то явления заслуживают того, чтобы мы о них беспокоились. Но посылая в мир любовь, мы направляем поток энергии на то, чтобы все мелкие детали были улажены самым оптимальным образом. Нам же остается отойти в сторону и позволить этому произойти. Итак, сами выбирайте, что вам ощущать, и неважно, что происходит в окружающем мире. Скажите себе, я не собираюсь испытывать негативные ощущения. Я вижу, что здесь происходит, это не есть хорошо. Все немного расстроены, но мои ощущения будут иными. Одним лишь этим вы изменяете положение, и это помогает в любой ситуации. Представьте, вы ушибли палец на ноге, боль адская. Не просто в этот момент изменить свои ощущения. Но все же попробуйте это сделать, когда такое случится в следующий раз. Начните менять свои ощущения в момент самой острой боли и обнаружите, что она очень быстро ослабнет. Намного быстрее, чем обычно. Удивительный метод, поиграйте с ним. Как вы понимаете, я не могу за вас изменить ваши ощущения на позитивные. Я могу лишь попросить, чтобы вы попробовали это сделать. Вы уже оказали мне доверие, купив эту аудиозапись. Вы поверили моим словам о том, что в ней есть полезный для вас материал. Поэтому прошу вас довериться мне еще раз и последовать совету изменять негативные ощущения на позитивные. Поступите так один раз сегодня. Это уже будет очень здорово. Завтра создайте себе позитивные ощущения два раза. Послезавтра три. Так и продолжайте. Напоминайте себе о необходимости изменять ощущения. Вызывайте в себе чувство излучения и посылания. И окружающий мир будет все больше и больше меняться в лучшую для вас сторону. Очень действенно и изящно. Если оглянуться на то, каким я был, когда писал книгу «Послание», если взглянуть на еще более ранний период, когда я занимался выигрышами в спортивной лотерее, если отойти еще немного назад, то я смотрю на ту свою жизнь и понимаю, что по сравнению с нынешней, она была никакая. Есть, конечно, те, кто живет еще хуже, чем я раньше, но все-таки та жизнь не идет ни в какое сравнение с тем, как я живу сейчас. С той самой минуты, как я начал работать с любовью, жизнь стала непрерывно улучшаться. И сейчас я гляжу на то, что меня окружает, и с удивлением спрашиваю себя, как я умудрился все это создать. Сам не пойму, как все это появилось, но сейчас у меня есть все, о чем я мечтал. Хотя, казалось бы, не было шансов реализовать эти мечты. Забавно, но все это было создано даже не с помощью денег. Мечты пришли в мою жизнь совершенно удивительными путями. Когда-то я мечтал
такой трудно найти. В то же время мне не хотелось перебираться и за город. Я представлял себе участок земли на холме, откуда открывался бы вид на весь город. Всякий раз, когда я рассказывал кому-то об этой мечте, мне говорили: осталось только выиграть 10 миллионов, тогда сможешь переселиться в такой дом. А в то время я писал книгу «Посланник» и перестал играть в спортивную лотерею. Я устроился на работу в столярную мастерскую на минимальный оклад. Это позволяло покупать еду и оставляло достаточно времени, чтобы писать книгу и продолжать посылать любовь. Но это не оставляло никакой надежды купить дом, о котором я мечтал. Никакой. На что его купишь? Такой дом обойдется 400-500 тысяч долларов. Участок, гектар земли, холм, с которого виден весь город. Есть все. Деревья, оранжерея, бассейн, гараж, где я мог бы что-то мастерить в свое удовольствие. И что вы думаете? Несколько месяцев спустя у меня появился такой дом. Правда, мне пришлось подождать еще 2 месяца, прежде чем въехать в него. Но моя мечта осуществилась. Невероятно. Я жил в нем невероятной жизнью. А потом ко мне вдруг пошли деньги. Помните, какую работу я выполнял за минимальную зарплату? Теперь я получал в 10 раз больше. Трудно даже описать эту ситуацию словами, но сложилось так, что я получал 500-600 долларов в день, а работал только 2-3 дня в месяц, ну, возможно, 4-5 дней. И это давало достаточно денег для продолжения работы над книгой и над проектом по посыланию любви. И в дальнейшем обстоятельства складывались в мою пользу. Случились, конечно, и ужасные дни, даже не сомневайтесь. Но находясь в эпицентре происходящего, я всегда знал, что у меня есть выбор. Я мог погрузиться в то, что происходит, и причитать: ну и дела, что это такое, откуда это взялось? Я посылаю столько любви, почему же это случилось? Или же мог сказать себе: произошло и ладно. Мне нет нужды погружаться в негативные ощущения по этому поводу. Верно? Если случилось что-то неприятное, это еще не значит, что я должен чувствовать себя плохо. Поэтому я отойду в сторону и направлю внимание на ощущения от посылания любви. И что потом происходило, как вы думаете? Ситуации разрешались сами собой. Мне могут возразить: нет, неприятности не исчезнут сами по себе. Помните старую поговорку: сломанная машина не починится сама. А вот как раз и чинится. Чинится, не знаю как, не знаю почему. Хотя знаю почему. Потому что я посылаю любовь. Я излучаю в мир любовь, и эта энергия каким-то образом обеспечивает положительное развитие событий. Опять же, не знаю, как это работает, знаю только, что как-то у моей машины поломался двигатель. Автослесарь посмотрел и сказал, что починка обойдется в 2000 долларов, а это больше стоимости всей машины. Я еле-еле доехал на ней до дома, а в голове мысль: что же теперь? Придется покупать новую машину. Мне не понравилось мое ощущение. Ни к чему хорошему оно не привело. А потому я не стал отдавать ему свое время. Я создал желаемое ощущение. Каково иметь машину, которая прекрасно работает? Я ни о чем не беспокоюсь. Просто сажусь внутрь, поворачиваю ключ зажигания. И что вы думаете? Я ездил на этой самой машине еще, по-моему, целых 2 года. Она продолжала исправно работать. Вот вам история о том, как машина сама себя починила. Я понимаю, что трудно в такое поверить. Окружающие тоже поначалу не верили. Сначала они просто смеялись. Потом стали говорить: непонятно, что с тобой такое? Почему-то все у тебя хорошо складывается. А затем мне начали приносить сломанные вещи. Хотите, верьте, хотите, нет. Мой друг притащил сломанные часы и говорит: можешь починить? Не могу, я не разбираюсь в часах. Отстань от меня и займись чем-то полезным, ответил я. Может, ты хотя бы взглянешь, а вдруг? Хорошо, сказал я, чтобы отделаться от него, и когда он ушел, зашвырнул их в угол. Через 2 недели приятель возвращается за часами. Вот, говорю, твои часы, я к ним даже не прикасался. Я же сказал тебе, что не разбираюсь в часах. Ну, часы не тут. О, что тут еще скажешь? Видишь, что
магазинчика Семишагов. Сейчас переодену кроссовочки. Вот, все вам покажу, расскажу. Ручки помою, купила и белизну. И, в общем, туалетную бумагу, и белизну, и средства для мытья. В общем, посуды, и картошечку купила, и помидорок еще купила. Сейчас вам все расскажу, сейчас все расскажу. Сейчас руки я здесь поставлю, запоставлю. Мне ванну нужно отмывать. В общем, такая у меня генеральная уборочка. В общем, вот здесь у меня это белизна, отдельный пакетик. Белизна, средства для мытья посуды. Так что вот, такие вот дела. В этих нескольких пакетиках. Сейчас, переодену. Смешно то, что если я продаю или кому-то дарю свою машину, то очень скоро она разваливается на глазах у нового хозяина. Работа моей машины буквально держится на любви, которую я посылаю вверх. Если я передаю свой автомобиль кому-то... Татьяна Соломановна, ручки помоет несколько раз. Татьяна Соломановна, мойте ручки несколько раз. Разгрузочка в следующем, в третьем подъезде грузовичков. Машина стоит, грузовая газелька. Кто-то приехал или переезжает. Так что вот. Так, столько красивых мужчин, Татьяна Соломановна даже не видела, знаете, только на этих, как там называется, как там, это в Бельгии, трибунат здесь на комендании вообще как-то вот. Сейчас шла обратно, сейчас, знаете, я там выключу, сейчас здесь. А, кстати, темновато, конечно, темновато, но вы поняли, да? Вот там вот машина уже шла обратно из магазинчика Семишагов. Сейчас Татьяна Соломановна вам расскажет. Тут здесь машина прямо вот под окнами. Знаете, магазинчик Семишагов, я хожу вот здесь вот, под арочку сюда. В общем, сюда, как вот туда вот идти, здесь вот машина прямо перед моими окнами, здесь чуть слева. Иномарка. Садилось человек 4 или 5 мужчин в эту машину. Ох, я не успела их всех разглядеть. Тот, который был за рулем, что вы? О, боже мой. Ох, Том Круз просто отдыхает. Они сели в машину, столько мужчин. Ох, я даже не знаю. Чтобы в нашем этом микрорайоне таком такие эти мужчины, в общем, как-то вот это. А, кстати, вот, знаете, вот в связи, сейчас я расскажу, сейчас покажу, то, что я купила. Туалетная бумажка еще два раза. Еще помидорки, еще почти там на 100 рублей примерно помидорок. Помидорки сюда это завысыпать надо. А выечки были не очень, хотела выечка взять, но помидорки были намного лучше, это магазинчик Семишагов. Вот, ставлю сюда. Так, идем дальше. Что у нас здесь? Сахарный песочек, 37 рублей, где-то примерно 37 рублей за килограмм. Заплатила я наличными деньгами. Картошечка. Здесь у меня соль-то мелкая, мне нужна была мелкая соль. Соль мелкая, купила сольку. Славяночка, соль мелкая, без салатика, а точно обычно крупная там. И картошечка, понимаете, картошечка пробилась, правда, морковочка, но мужчина на кассе проверил. Проверил, и вы проверьте, поскольку, знаете, сеточка картошечки, фиолетовая сеточка картошечки, надо будет ее помыть, в холодильничек положить. Так что вот это сюда, помидорки нужно организовать, теперь салат можно делать. В общем, что это я вам показала? Это показала картошечку. Нужно, конечно, вот это вот. За наличные деньги. Без сдачи. О, какой мужчина. Я его не первый раз уже вижу. Но он первый раз стал так мне улыбаться. Он мне так улыбался. Ох, он супер улыбался. Этот мужчина на кассе. Ах, упало мое полотенце. Упало. Ну ладно. Мужчина на кассе мне так улыбался. Ах, просто вот это вот. Просто охренеть. Он говорит, 206 рублей без сдачи. Спасибо большое.
что вы без сдачи даете 206 рублей за продукт. Я говорю, ну да, you're welcome. Это я вам говорю на английском, я так ему говорю, да, да. В общем, вот так, солька, сахарный песочек, вот картошечку, я картошечку уже показала, еще помидорки. А что у нас там самое интересненькое? Интересненькое. Сейчас Татьяна Салмановна вам расскажет. Нужно себя покрупнее показать, да? Более крупным планом показать. О, хотела еще раньше сказать. На первом этаже. Раньше там были электрики. Рядом с ящиком. У меня там новые ящики у нас на первом этаже. Так там дверь есть такая вот эта вот. Там электрики. Пару лет назад там были наши, как вот местные электрики были, которые вот закрывались, знаете, вот здесь вот, так скажем, замок. Мой этот электрический счетчик с соседским вместе. Вот, так сейчас там на двери, я еще в прошлый раз вам хотела сказать, знаете, в связи с терактом, знаете, 11 сентября в Нью-Йорке, после этого, знаете, вот когда летишь, вот этот вот, стала очень большая проверка, знаете, вот Лондон, после этого очень, знаете, вот эта проверка Лондон, Нью-Йорк, чтобы сесть в самолет, была такая очень жесткая проверка, так что вот. Ну вы поняли, да? Ну и вообще, как вот в метро объявляли, если вы видите пакет, нужно сообщить, пакет не трогать. Так что вот, если видите, там в метро кто-то оставил пакет, и пакет трогать не надо, нужно сообщить, что там пакет лежит. Вот. Просто я еще днем хотела сказать, я обратила внимание, что там на ручке вот этого, где раньше электрики сидели на первом этаже, там висит пакет. Вот. Просто я сейчас... смотрю там, думаю, интересно, что там такое, думаю, сейчас загляну, трогать не буду, но загляну, что там. Смотрю, там еще записка лежит, бумажка. Смотрю, там что такое свернуто, как типа какая-то, ну, в общем, ткань или что там такое. Цветное что-то. Вы не представляете, там на этом, там в этом пакете лежит постельное белье, в этой записке написано. Полутораспальное белье, вот, очень линяет. Так что если кому-то надо, я же не поняла, кто-то оставил специально для вас, вы можете взять, наверное, полутораспальное белье, комплект очень хорошо так свернут, наверное, постиран, свернут. Там вообще на самом деле, ну, в общем, как-то так. У нас, в принципе, сейчас такая VIP-пара, у нас VIP такой ремонт. Вот, на первом этаже особенно, там это все эти новые ящики, новая покраска, вот это все к стен. Так что вот, я не знаю, что там эти дворники-то не убрали, потому что там-то коробка, конечно, под рекламу стоит. Вот. Но они, наверное, с утра убирают. Даже, ну, уберут они, так что вот, имейте в виду. Ну, это так, такое, в общем, это... Вот такие вот дела. Творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мак, Тун Сайфуди. А, ресторан Ла Кафе де Пью.